Добрый день, дорогие друзья. Ведем свой репортаж опять с речки Днестр. Ну что, забросили, поймали уже по пару подлещиков, карпа пока нет. Ну и нет его ни у кого и у соседей. Посмотрим, что нам скажет вечер, ночь, утро. Все впереди. Мы, как всегда, полны надежды. Надежда умирает последней. Подлющище. Да все, уже поднимаю. Ну ничего. Да. Красивый. Где? Он очень далеко же. Что, он вправо ушел? Ты его не видишь, что ли? Нет. А, вон он. Выходи туда. Ближе не могу. Красавчик! Ну, Сань, красавец. Бля, осторожней, Жень. Чего? Да я тяну? Да. Давай его самоцепляй потом уже. Да, самочурка. Ты знаешь, сам это похоже, как на сам у меня был в прошлый раз. Да, да. Где-то, сам, где-то, да, под, хуйню, где-то под четверку, наверное. Я, конечно, хуйной, конечно, я за это. Да ёшка, Женя, забери его. Крючок отцепи. Хорошо, сам забираю его.
Красавец, блин. Да, красавчик. Так. Ну так отпусти фрикцион. Привет. Саша, отпусти фрикцион, смотри, иначе... У тебя сзади фрикцион? Да ты что? Задел, завел. Твою мать, блядь. Все ушел. Все. Ебаный ты в рот, блядь. Все сюда. Блядь. Все ушел. Я, видишь, вон ракушку тащу. Ну, эта ракушка, она цепляется, когда этот вот удочка лежит. Она ее жрет. Я туда не пойду, потому что мы здесь. Давай, зайди немножко подальше в воду. На островок надо зайти. Давай, наверное. Оно поднимается он или нет? А, зараза. Сань, ну, не греши. Я больше думал, что... Хороший карп. Хороший, я думаю, больше того. А, больше того, да. Самого, больше четырех-то нет. Вот, смотри, где-то двоечка, смотри, два. Больше. Чуть больше двойки. Да. Нижний крючок или верхний? А? Нижний или верхний крючок? Нижний. Нижний опять, да? Заброс ты видел туда? Ну, далеко, вот. Дальний заброс. Доброе утро. Ну что, прошла ночь. Ночью такой ливень сильный был. Просто можно было обалдеть. И самое интересное, до ливня маячок товарищ карпа поймал. У меня бы подлещик какой-то клевал. Во время ливня и после ливня вообще ничего. И вот сейчас только утром вот клюнул первый подлещик. Карпа поклевки пока не было. Ну что, будем ждать. Да, шнур это задница. Особенно если на течение. На течение сегодня обалдеть как большое. Вот. И получается, вместо того, чтобы рыбачить, распутываешь шнур. Уже кусок отрезал, конечно. Толку с того. Это вот, по идее, вот эту всю эту бороду надо к чертовой матери чикнуть и все.
Да. И хоть на поводки пойдет. 0,2 где-то шнур. Белый это. Красный, конечно, тонкий. Ну что, результат почти такой же, как на прошлой рыбалке. А кроме, конечно, трех карпиков. Карпики в этот раз меня обошли. Они пришли к моему напарнику. Три штучки, он как раз взял такие, как у меня были в прошлый раз. Ну, подлещиком наловил. Все, будьте здоровы, не хвоста, ни чешуи.